Здравствуйте! Главный совет дня на сегодня – не надо зацикливаться на плохом. Надо концентрироваться только на хорошем. Потому что сегодня тот самый день, когда нет удовлетворенности результатом. Несмотря на то, что цель достигнута. Настроение меняется каждую минуту. Все будет построено на эмоциях и страстях. Но активность и деятельность не помешают. День хорош для решения деловых вопросов, но не для личных отношений, потому что могут возникать обиды и недопонимания. И еще. Спорту сегодня да, покупкам и категоричности нет. Всего хорошего. До встречи завтра.